Меня зовут Лени Ленивец. Я ленивец. Сегодня мы с Геной пойдем на занятия по кулинарии. Вдруг мы встретили курицу. Курица сказала: «Друзья, сюда! Идите и смотрите! Я сейчас учительница в летней школе!» Я сказал: «Тебе кажется, это хорошая идея? Курицы не умеют летать». Курица ответила: «Конечно, это хорошая идея! Меня обучал мастер индюк! Я уже научила летать кошку!» А в это самое время кошка прилетала над курицей и кричала: «Хочу вкусную курицу!» В ответ на что курица гордо сказала: «Смотри, я замечательная учительница!» Тогда Гена сказал: «Извините, пожалуйста, нам нужно идти, мы с ленивцем опаздываем!» Мы опоздали, но все было хорошо. Там не было учителя. Наконец он пришел. Он тихо и медленно сказал: «Меня зовут Шломо. Мы будем учиться готовить в мультиварке. Будем готовить с листьями». На что все ленивцы разом закричали: «Как вкусно! Так вкусно! Просто объедение!»